Жила нечистая сила-то, жила. Да и до сих пор все это есть. Расскажу случай один. Давно это было, до революции еще. Тут, от Чертани неподалеку. От бабки моей знаю. Воспитывал сироту как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Ну, а она все не хотела колдуньей становиться. Замуж собиралась за парня одного. Не помню уж, что там было, да покончил парень-то с собой. Его за оградкой церковной и схоронили. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть 7 печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делаются. Вот и отправилась, значит, Василиса на Ростань. Не спалася, темная ноченька, да не дремалася. Ждала я тебя, дожидалася, а ты не пришел. Да не сел на лавочку тесовую. Куда же ты собрался, милый мой? От родных, да от лета теплого. Нет для тебя видно ни хода, ни выхода. Из-под сырой земли матушки. Да церковной оградушки-то даже нет, чтобы придержаться. Довольно. Не верю я, что сам ты с собою это сделал. Ничего, ничего. У деда знания заберу. Да, я помню, что ты говорил про это. Но другого выхода нет. Я сама с того пути дорожки тебя вытащу. Ты спи пока. Спи, а я скоро. Не на святой земле его схоронили. Как будто Вильгард охраняет. Весна в этом году заладилась. Мне сейчас не до полевых работ. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую Ростань, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. Старые какие-то кресты. Давно, видать, народ тут схоронили.
До Чердыни 16 верст, до Соликамска 102 версты, до Ныроба 21 верста. Ишь, нашла свечи. Ну, молодец, сама догадалась. Не зря я тебя учил. Теперь давай круг чертить. Да смотри, разрывов не оставляй. Не то задавит нас нечистой. Очертилась. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну, поздно теперь сомневаться. Думаешь, смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все получится. Таково предание. Ну, давай. Время пришло забрать у меня знаткость. Долго мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну, забирай. Ишь ты! Экое силище-то из книги вылетело. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумаем. Теперь слова говори, что учили. Встану, не перекрестясь, да пойду на ростынь. На ростынь очерчусь, да в круг шагну. А затем и говорить буду. Купцы и молодцы, купите у меня кошку. За кошку дайте не целковый, не разменный, да не колпак красный. А дайте разумение черное, да зрение острое. Как сказала, так и будет. Слово камень. Вот и купцы пожаловали. Теперь слушай, что говорю, если жизнь дорога. Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть этого черта. Пришло время сплести первые заговоры. Такие слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадает быстро. А теперь давай-ка составь полный заговор. Молодец, Вася! Черт уж на ладан дышит! Давай еще заговор другой и обратно его в пекло отправишь!
Так, подохла псина адова. Ну, теперь, Вася, в пасть эту полезай. А как выйдешь оттуда, так колдовкой и станешь. Ну, белой дороги. Василиса, мне стоит тебя поздравить, ведь первая печать открыта, осталось лишь 6. О, но сможешь ли ты открыть остальные? Это совсем другой вопрос. Как невежливо, Василиса! Теперь я твой главный помощник, ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Мы еще успеем познакомиться поближе. Как мне печати открыть на книге-то? Разве ты не сможешь догадаться сама? Кажется, я уже разочарован в тебе. Неужто книга любое желание исполнит? Конечно, ведь таково предание. Кто знает, может, скоро ты встретишь своего возлюбленного. Но кто достоин открыть сии печати? Пока что не было такого ни на небе, ни на земле, ни под нею. Отпусти меня на свет Божий! О, не так скоро. Ты не забыла, почему ты здесь? Я нарекаю тебя векшицей. Ведьма, сколько чертей ты берешь в услужение? Хватит мне и одного беса в услужении. Меньше 3 не даем. Я выберу тебе лучших помощников из старых бесов Егора. А теперь ступай. Мы еще встретимся, если ты сможешь открыть печати. Уж рассвело, пока в себя приходила. Я тебя дотащил до дому. Понимаю, не просто это в мире окаянного-то побывать. Повидалась с бесами. Дома мы? Будто все во сне было. Окаянный векшицей меня сделал. Ну и славно. Я ж тебе говорил, давно бы колдуньей стала, так может... А что теперь? Предание говорит, что желание за 7 печатями. Я первую-то открыть не мог никогда. Вот, 2 печать, осиновая. Как ее открыть? Может быть, черт нароста не помог? Да, думаю, тут без нечисти не обойдешься.
Но кого нам изловить такого осинового? Надо мне головой поворожить. Может, в других книгах что есть? Ты-то и сама теперь знаткая. Колдуньей стала, и что? Знал, что не подведешь меня. Уж и весть об этом по округе разлетелась. Верно, суседушки хозяевам нашептали. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я-то уж стар стал, любовь-то мало, а стал быть и силой колдовской. Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку, небось, и натолкнемся. Пока ты в себя приходила, я уж и переговорил с большинством крестьян. Один вон остался, за дверью ждет. Осмотрись сначала. На столе вон книга твоя лежит. Переплетать ее будешь сама, как учили. Потом и посетителя того выслушай. У него, похоже, нечистый лютовать начал. Все уяснила. А сам-то ты встречался с бесом этим? Я тоже ведь посвящен был в колдуны. И с чертом тем виделся. Он мне бисей-то и передал. Да только печать-то первую открыть не мог. А ты только вот дотронулась, так она и открылась сразу. Видать, сила в тебе большая. Все уяснила. Все поняла, дедушка. Пора приниматься за дело. Ищи нечисть по уезду. Может, и свезет нам с печатями. Не стоит затягивать-то. Кто знает, может, коли пройдут сороковину у парня твоего, так все, не воротить его. Ну, с Богом. Ну что, Вася,
Хорошо знаткой-то быть. Али еще что узнать хочешь? Как ты сам-то колдуном стал, дедушка? Я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего Евлампия Чурова. Большая была семья, да не шибко богатая. А когда детворы с Эстелью, особо и не разживешься. А жили-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно, на костях. Ну, это я сейчас так думаю. Вот родился и седьмой брат. Тимофеем назвали, хороший был парень. Подрос он, да не углядел я за ним. Грех какой, ой, до сих пор неспокойно мне. Эх, Вася, что черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь, надо за них бороться. Знания на то и нужны, на то мы и бесей приручаем. Приглядывал я как-то за Тимофеем, играли с ребятами, да и надоел он мне. Сругался я на него по-страшному, послал к лешему, он и унес его. Так и не нашли Тимошку. Исчез. Ой, тяжело грехи носить, Вася, ой, тяжело. Так и решил я, что колдуном стану. Не дам нечистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Ну, а как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это было и вспоминать. С моё поживёшь, поймёшь. Как я теперь распознать-то смогу нечисть? Как увидеть мне ее? А никак. Побывала ты в мире нечистого, сейчас и видеть все будешь. И делать ничего не надо. Да только тьма тебя теперь тоже видит. В ответ. Тебя будут преследовать демоны и духи. И взглянув во тьму, ты взор ее на себе почуешь. Сильной будь. Держись. Наша это доля. Сама путь свой протаряй. Как дом наш выстроили, дед? Так как? Давненько. Много тут народу жило. Ладно. Больше полсотни лет как выстроен. Все по обычаям. Ну, ты сама их знаешь. А кто выстроил-то, и не помню. Так это дед мой, наверное. Да нет. Пойду уж, дед. После поговорим. Много тут книг. И лицевые рукописи есть старинные. Дед говорит, что раньше людей под печью хоронили. Оттуда домовые и взялись. В помощь, Егор Евлампович, Василиса Федоровна. Помогай, Господь, Федор Аркадьевич. Вот с гостинцем я намолол муки. Что ходить вокруг да около? Как есть, так и расскажу. Чё-то неладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали, да как застучит. И тень потом заметили в углу. Эх, черна, ну мы бежать. Вы шибко знаткие. Так чё делать-то мне? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень. Что может быть причиной?
Чё ночами-то мелешь? У тебя бесяки чудятся. Иисусе Христе! Ну так, а как жерновато крутится? Не от ветра же, сам знаешь. Нельзя по ночам на мельнице работать. Так что делать-то теперь? Я когда ветрянец устроил, все по чину сделал. Помогите, а? Предмет у нас есть старинный, что вам может пригодиться. Да уж не лопатками возьмем. Ладно, Вась, посмотри, что там с нечистым. Может, нам этот бес с книжным делом поможет. Сама понимаешь. Так ладно, посмотрю, что с чертями вашими. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. У него там на мельнице хозяин не леший, а черт какой-то. Сама иди, без меня справишься. А я поизучаю печати эти. Ну, а чтобы не так туго было, вот тебе трава, Адамова голова. Подлечься, коли что. Давай-ка готомься. Нечистая сила сама себя не выловит. Ну что, все вразумело или что спросить хочешь? А как голову-то ту использовать? Ну, это просто. В бою ее бросишь, так она тебе раны и подлечит. Где найти эту мельницу? Так что, это помнишь, на севере от Вильгарта мельница стоит? Еще про нее говорили, что блазнит по ночам, так? Вот туда и иди. А к рассвету домой возвращайся. Тут тоже дел нас полно. Ясно все, дед. В путь пора. На завтра свидимся. А, погоди, погоди, вот еще что. У меня один бес в Кушево улетел. Так, наверное, попортил там кого. Сходи, поладь. Подзаработаешь опять же. Хорошего, дедушка. Вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Васька, стой! Дело есть! Тихо только! Шепотом давай! У меня соседка, баба одна. Так у нее золовка всю плешь мне проела. Ты давай-ка спорть ее по-быстрому. Ну там, кило или че? Такое не сильное. А у меня гостинец тебе есть. Некогда мне. Я вон мельнику помогать иду. Вы дожидаетесь, пока крестьянин уйдет, и читаете черный заговор. Вы замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки, кто-то ворочает скамейки. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. В доме все кувырком. Враг у нас пробрался, так и блазнит, вержится. Всех перепугал. Как враг к вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Так вот, чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. А ночью окаянный явился. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть?
И закрестили самовар-то на ночь? Ох, и верно, не закрестил никто. Надо крестное знамение на посуду творить непокрытую. Так-то. Шибко ты знаткая, Вася. Ты уж помоги нам, не оставляй в беде. Так чё, ладно, помогу уж вам. Негоже на улице ночевать. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. Вы входите внутрь избы. Вокруг все вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Вы приближаетесь к перевернутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение, а во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный.
Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Вы делаете несколько шагов в направлении странных звуков. Вдруг из стопи появляется... Среди черных древесных силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. А-а-а, колдунья, колдунья! Я ваш народ за версту чую. Подай, бедняку! Мне немного надо на жизнь-то простую. Милостыня человека, как печать у него. Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. Опасно путешествовать одной. Возьми вот это вот. Траву целебную.
У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту, прошение лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Вы решили не трогать жертву, предназначенную лешему. Это дела крестьян из Бигичей, в которые не стоит вмешиваться. Путешествуя по лесу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Змеята еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удаче, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней, потом отходите чуть поодаль и замираете. Мать змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, кружится вокруг гнезда и удаляется. Проходит некоторое время, и змеиха возвращается с пучком травы в пасти. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете упавшую траву, прежде чем аспид успевает ее спрятать. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Видны только 4 расположенных крестиком листа. Вам повезло получить разрыв траву, открывающую замки и преграды. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. На косогоре возле Качьего озера вы замечаете 2 черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганных движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Черные силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу, это плохая примета, ведь любой путь неразрывен с судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Вы встречаете 2 путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Вы смеетесь вместе со спутником и поддерживаете его игру. Через мгновение забава перестает быть смешной. У вашего попутчика нечеловеческая сила. Он толкает вас, и вы летите в пропасть. Вы приходите в себя на дне оврага. Верхушки деревьев неистово шумят. Вы обошли мельницу стороной и вышли на опушку Чудского леса. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Стая чертей с дикими криками улетает во мрак, вновь погружая лес в патоку молчания. Вы осматриваете обломки мельницы. Среди досок и бревен вы находите небольшой мешочек с мукой, который забираете с собой.
Еловые ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Слава об этом месте ходит далеко по округе. Кому доводилось тут побывать в сумерки, а того хуже ночью, рассказывают о мрачных тенях, что блазнят в мельничных окнах, о внезапных порывах ветра и прочей чертовщине. Плохое место. Это бревно-водило, которым вращают мельницу. Старое дерево скрипит на ветру. По нему можно забраться внутрь, в стене виднеется небольшой пролом. Старая мельница скрипит от студеного ветра. Не часто такие встретишь в Черденском уезде. Сложно что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы вы замечаете старый топор с ржавым лезвием. Мельница старая, это видно. Некоторые бревна прогнили и стали дополнительными окнами. Вы приближаетесь и пробуете открыть дверь. Она заперта. Замок такой же старый, как мельница. Ловкий удар чем-нибудь тяжелым, и он отвалится. Топор разрубит замок, но, вероятно, это будет его последнее свершение. Это бревно-водило, которым вращают мельницу. Вы карабкаетесь внутрь, но неосторожное движение приводит к болезненным... Колесо какое-то мельник повесил. Жернова стоят, хотя лопасти мельницы вращаются. В сундуке хранят различные инструменты для работы на мельнице. Ничего интересного. Вы осматриваете шкаф. Кроме крынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем мельнику. В стене зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке... В стене зияет разлом. Неудивительно, что жернова... Ожидал увидеть скрюченного деда, а явилась прекрасная дева. И чем ты пожаловала в мою мельницу? А я не ожидала встретить разговорчивую нечисть. Я ученица Чернобайка. А ты кто? О, видишь ли, дева, я не простой черт. Знают меня под именем Тринадцатый брат. Храню селение, лес и дикий садик, и мельницу вот этой скромную обитель. Все это я, незримый покровитель, к вашим услугам. Что за имя странное такое? Это имя мне досталось еще на заре мироздания. Я расскажу тебе историю, как я его получил, если хочешь. До рассвета еще есть время. Ну давай, рассказывай. Я как раз нечисть изучаю.
рад встретить чернокнижницу, которая сходу не начинает кидать одолень траву и прочее. Значит, история тебя интересует. Давным-давно у меня было 12 братьев. Я был 13-м, самым младшим. В то время шла война, и мы с братьями были, скажем, на фронте. Я служил сильному командиру, сильнее всех остальных. С его помощью я и остался последним, 13-м братом. Но так уж сложилась судьба, что теперь я здесь. И чем ты пожаловала в мою мельницу? Что на мельнице забыл, чертище? А ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Возможно, я ошибся в тебе. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья. На мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Тебя призвали при строительстве жертвой. Ты был тут всегда. Ишь, сильная ты колдунья. Да, я служу этому тщедушному мельнику. Но если уж кому-то служить, то только сильному хозяину. Возьми меня в услужение. На мою жертву другой черт явится, сговорчивей. Ну а ты у мельника награду заберешь. Братец, мне своих бесов хватает. Я так думаю, что коли нанялся к мельнику, трудись так, чё? Говоришь ты складно. Да только не собираюсь я оскорбления твои выслушивать, девка. Сначала в бою меня одолей.
Думаешь, сможешь одолеть древнего демона? С книгой у меня все получится. Не может быть. Легендарный артефакт. Я не сдавался раньше, не сдамся и сейчас. Тринадцатый брат исчезает во всполохе черного пламени. Кажется, что сам воздух стал теперь другим, и дышать стало легче. Через несколько ночей черти вернутся и продолжат работу. На то мельником был сделан зарок. А вот когда они начнут беспокоиться вновь, неизвестно. Но это уж мельника заботы. Thank you.
А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Молодец, Вася. Не сомневался я, что этот бес тебе по силам. Ну, а пока ты с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатями-то делать. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. А со второй как быть? Не осину же трогать. Думаю, нам нечисть нужна. Вот осиновую нечисть и найдем. А где? Пока не знаю. Надо мне внедриться. Пока обычной нечистью займись. А я, может, что и придумаю. Или сама разгадку найдешь. Остальные печати сразу-то не можем открыть? Вряд ли. Но в дороге смекай, нечисть. Может, случай подвернется. Ясно. Тогда пора за работу. Бесы вернулись. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Теперь мне им задание давать? Ну, а что ты хотела? Знала, на что идешь. У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Ой. Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. А если не хочу людей портить? Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Я их и до того видела в пестере. Но не так уж и часто. Теперь ты навидаешься с ними вдоволь. В пестере вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями делать. Бог в помощь!